Концертный зал городского дворца культуры переполнен. Здесь мазыряне всех возрастов. Студенты, пенсионеры, руководители предприятий, рабочие, служащие. Люди пришли на праздник. Конечно же, с годами важность этого праздника стерлась. Но нельзя отрицать, что энергия революции подарила миллионам образование, право на бесплатную медицину, социальные гарантии и десятки других благ, недоступных простым людям до 1917 года. Сегодня Беларусь взяла лучшие традиции советского строя, идет к благополучию своим путем. Об этом говорил в приветственном слове председатель Мозырского совета депутатов Сергей Гвоздь. Мы продолжаем наше дело. Строим государство, свою Беларусь. Наша страна сегодня – это открытая, демократичная, европейская держава со своей историей, культурой, трудолюбием и дружелюбным народом. И мы понимаем, что будущее Беларуси требует сегодня от нас настойчивости, энергии и честного труда. Только вместе мы сможем писать в историю нашей республики еще много славных страниц. В память о всем лучшем, что подарил Красный Октябрь, в память о наших дедах и отцах, которые сражались за коммунистические идеи под знаменами революции, жили ими, к памятнику Ленина возложили цветы. Продолжилась праздничная программа концертом на сцене городского дворца культуры. Без преувеличения блистал оркестр детской школы искусств номер 2, дирижер Сергей Галай. А солистами были лучшие артисты Мозыря и Калинковичи. Звучали как композиции военно-патриотические, так и лирические. Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».